Всем добрый вечер. Снова известный дуэт ДФ в эфире. Все-таки уже далеко не первая игра наша совместная. А вот на SNES, первая, если не учитывать битэмап на Super Famicom, который мы проходили очень давно. Игра «Пираты темной воды», версия для Super Nintendo. Так, заходим. Sunsoft. Здорово, Леха. Создано Дэвидом Кирхером. Лицензия Nintendo. 94 год. Заставочка есть, сюжет. На далекой водной... В далеком водном мире мер... Ты на сервер зайдешь? А что, я не зашел? Нет. Ой, блин. Так, сорян. Сорянчик. Так, ну-ка пробуй, просто сервер наберу. Отлично. Ну, качество. Так, привет, Миха. Миха с Ютуба, привет, Дмитрий. Ютуба, наверное, здорово. Будет, Дмитрий, еще как будет пригорать. Так, сюжетец. На далекой, в далеком водном мире мер, умирающий король Примус сбежал от злого лорда-пирата Блота, чтобы сообщить Рену о его прошлом, его судьбе. Рен, сон короля Примуса, должен сохранить планету Мер и свой дом Октопон от страшной темной воды. В общем, экологическая катастрофа у них в мире случилась. Собирая все сокровища Рул, Рен может управлять темной водой и вернуть Мер и Октопон к своей истинной сущности, к своей природной, как бы, внешности, не знаю. В общем, вот такая завязочка. Рен со своей командой, экс-пиратом Йозом и Тулой, искательницей приключений, должны отправиться в тяжелое приключение, чтобы помочь Рену своей командной силой и выполнить квест по сбору сокровищ короля Рула. Злой пират Блот и его армия беспощадных пиратов также отправилась за сокровищами Рула. Блот и его корабль Майлшторм всегда на один шаг впереди Рена. Если Блот сможет собрать все сокровища до того, как Рен и его команда это сделает, планета Мер будет обречена к погружению в темную воду и тирании Блота навсегда. Такая жестокая, жестокий такой сюжет, при том, что картиночки такие, какие-то комиксные. Да, привет, Саре. Привет, Миха, еще раз. Так, Вор, слышишь? Да, слышу, Санцов, заходи. Опции. Уровни сложности 2, как ни странно, Normal Hard. Играем, естественно, на максимальном. Вот эта опция Players Hit, это урон по друг другу. Подольем масло в огонь, поставим, включим его. То есть мы с Вором можем бить друг друга. Это дополнительный такой момент. Да, Илюх, я смотрел видос. Так. Два игрока начала. Там была еще предыстория, но она показывается по одному персу. Это долго все очень. Да, пизду их нахуй. Первый уровень. 7 сокровищ Рула нужно собрать, плюс компас. Миха смотрел мульт по этой игре. Очень понравился. Я не смотрел мульт. Я даже и не знал, что за игра такая. Так. Можно ускоряться, можно бить в прыжке. Привет, Никита. Привет, Никита. За девушку всегда Вор играет по возможности. После каждой успешной битвы будем такой позе вставать, как бы победный. Здорово, Димона. Че ты с меня не столько маны начал?
Да, что-то мне это напоминает. Привет, Елена. Так, замечательно. Игра очень подлая. Игра длинная, на выносливость. На харде ошибок не прощает. Так, туда откину. Ах ты сволочь, вот видите, что? Сразу блок. Сразу прям блок. Да, это... Отличное появление чувака, кстати. Вор играет за Тулу. У Тулы есть особый удар. Суперудар самоварами и пряниками. Но это очень сложно сделать. Опять у нас украли арбуз. Да. У Рена, да, короткий клинок. В версии на Мегадрайве это событие раскрывается, почему у него короткий клинок. А на SNES так и придется с ним ходить. Ну, у меня еще хуже с этим ножичком ходить. Вот такие подлые, такая подлая херня будет происходить частенько. Какие-то булыжники летят. Сейчас как-то чудом удалось. Ну иногда в булыжниках там мясо бывает, деньги. Готов. Есть супер атака. Есть сильное добивание. В общем, посмотрим. Игра такая бодренькая на самом деле. Да, им как и Музон. Графика поприятнее, да. Мне тоже на версии Мегадрайва больше понравилось. Но версия для Мегадрайва совсем другое. Там это адвенчура, а здесь именно битэмап. Хуян меня засосал как. Любое взаимодействие с вором будет караться. То есть... Вот, как сейчас, например. Даже бросок противника опасно делать, как бы. Приходится следить в оба за ситуацией. Да, тебе бы сейчас лечилочка не помешала. Заспамил. Задрочил, а сейчас арбуз будет. Скрытые предметы есть тут, бывает, встречаются. В яму можно легко упасть, это сразу минус жизнь. Так, не попадись только. Разбиваем, конечно. Отбегай. Некоторые вещи можно разбивать. Не, мы еще не сваливались, Диман, не надо. На Мегадрайве, к сожалению, игра на одного только играется. Да, это арбуз, сожрал арбуз. Как он не улетел в яму, жесть. Ой, разбежался. О, качественно. Подлое место, смотрите, вот таких мест будет очень много. Ограниченное пространство, и все лезут, сука. Видите, подлые враги какие, блядь, заперли меня, сука, здесь. Все, готов, вроде все, да. Очень удобно понимать, что все враги побиты, когда они встают в победную позу. Смотрите, хард, какой веселый хард у нас тут. У меня уже почти жизни нет. Как я понимаю, вся игра будет битвой. Не вся игра, Миха, тут есть некоторые моменты прикольные. Ну, один момент, я бы сказал только. Музон, да, будет меняться. И бэкграунд будет меняться. К тебе кидаем. Так, отлично, готов. Так. Может, это лечилка будет? Ну, разбивай. Бей пиратов, да. Да, да. Мы же сами, по идее, пираты, да, или нет? Мы же тоже пираты, да? Да. Ну, Йос, третий наш напарник, это экс-пират. Давай, первый. Отлично. О. Так, о. Твоя жизнь. Жизнь. Ой. О, страйк. Ой. Thank you.
Да что ты, сука? Да, радуется. Короче, с камнем ни в кого не попал, странно вообще. Ага, как-то проскочил. Тёлка-воровка. Так, мне уже скоро... О, кстати, дали нам по жизни. Еще должна быть большая обезьяна. Есть, есть, Миха. Но в Мегадрайв-версии ее лучше реализовали. А вот, кстати, первый босс-серый тем временем. Прячься, короче, день, бегай, крутись там. Давай, под босса только не попади. Если что, рядовых врагов не кидай. А, вот они уже сами. Ты близко был. Ты меня, что ли, закинул? Да, попал. Ну и у него маленько осталось. Давай, нормально. Есть. Но это еще не все. Здесь такой прикол. Когда босс умирает, рядовые враги еще какое-то время живут. Но, тем не менее, пока без потерь прошли первый уровень. Рисовочка стильная для всех мультов той эпохи. Кстати, Ахимани — это продукт той же самой Ханна-Барбера. Мне Ханна-Барбера известна по Тому и Джерри больше всего. Так, нашли компас, теперь мы будем при помощи компаса искать сокровища. Следующий уровень. Замок Атами. Капитан Транзистор, Воробей, его верный друг Вор, который всегда забавный. Но по возможности показываем персонажей женского пола. Я считаю, это равноправие, там все как положено вообще. Да. Довольны все были. Если есть педики, то... Так, Тату-мен опять. Педиков. За педиков никто не будет играть. Все враги... Тату-мен — это самые пидорские вот эти как раз. Враги будут меняться с каждым уровнем. Ну, в том плане, что они все сильнее будут становиться. ХПшечка у них будет расти, шкала здоровья. Игра не прощает ошибок, на самом деле. Особенно на харде и в том режиме, в котором мы играем. Хана тебе, Барбара. Барбара Стрейзен. Тут проверял за колонной? Да, там ничего нет. Смотрите, какое ограниченное пространство. Нам надо умудриться с вором друг друга не бить при этом. И в яму не сваливаться. Вот такая веселая игра вообще. Музон поменялся, кстати. А, еще тут блок можно на shift ставить. Но он не ото всех атак помогает. Ну там что-то есть за колонной. Ух ты, как подло... Ну подберешь потом, когда возимся с ним. К себе туда кидай, да, нормально. Ну ни хрена себе, мне там комбо прописали, 4 хита. Враги часто на опережение любят бить. Так, еще один удар ему. Все, готов. Что-то лежит, смотрите, за колонной. Какой-то предмет взял. Твою это жизнь. Это моя жизнь была. Офигеть. Смотрите, ловушки еще бывают. На экране встречаются. Так, забиваю его нахрен. Вот это называется высокий пират, вот этот тип. За педик можно сыграть разве что в сорт 3, если эши активировать. Некоторые враги похожи на африканцев стритфайтеры. О, смотри, уже этот появился. Самый мразотный враг, да. Смотрите, вот что мне понравилось еще, что грамотно сделали. Враги тоже попадают на ловушки. Так, а мы тут вроде еще же ставили, нет, показалось. Нет, это звук такой, мелодия. Там еще один этот вышел, но правда он не прыгает. Враги будут более наглые, не только здоровье будет расти, приемы даже будут появляться другие. Так, этот готов. Чем темнее враг, тем он сложнее. Игра громко. Кому еще, ребята, кажется, что громко играет?
сделай потише, Илюх. Если нас не будет слышно, то я игру убавлю. Смотрите, еще одно подлое место. Не кажется громко при этом. Ну, сейчас добьем их тогда. Да, блин, вот козлы. Да, сейчас пока напряжут и... Да, сука, прям в меня. Немножко у нас бойцы коротковатые. Смотри, заманивает, сучка, заманивает в яму. У вас игра норм, музыка просто отстой. Вас слышно отлично, Миха пишет. Музыка отстой, ну пока нормальная вроде музыка. Да, музыка такая бодренькая. Смотри, к тебе идет. Аккуратно! Блин, она выпрыгнула из-за экрана. Конечно, туда, правильно. Так и манит чертовка. Да сука, нихуя она охуевшая. Хорошо, хоть назад враги блок не ставят. Да, привет, леди. Привет, леди Феникс. Бери. Шпитерское место. Блин, сразу пути ржали. Смотрите, что происходит. Это не просто битэмап. Да ебать, бро. Два раза. В игре Леди Пират, а в чате Леди Диабло, да? Ну нахуй выебываться. Ну, блять, ты обойдешь этот ебучий вечный огонь. Да, музон пока мне, кстати, нравится. Пока расправляемся неплохо. Тут два тату-мена! Аккуратно. Уже один. Смотрите, это еще второй уровень идет, а в игре 8 уровней. А враги-то будут жирнее и жирнее с каждым разом. А еще время тикает. Здесь время не такое жестокое, как в палаче, но тем не менее, лучше не заигрываться долго. Готов. Вниз, назад, БЦ детектор. Не, каких-то серьезных приемов мы тут не обнаружили. Базовые навыки. Да, готово. Не зажарился тут. Эй, толстый, туруруру, туру, туру, эй, толстый, ту-ду-ду-ду. Смотрите, он суетится. Сейчас он подумает, как обойти колонну. Он обошел. Надумался, значит, молодец. Здорово, Дамиан. Привет, Дамиан. А мы тут плюшками балуемся. Пиратами. Пиратами балуемся, да. Так, готовы. Нормально. Отлично. Враги туповатые, смотрите, сами себя дамажат. С клюшками, с клюшками балуемся. Так. Попробуй посмотри за колоннами. Тебе сейчас бежит какой-нибудь. Ты ничего нет, там ничего нет. О, вот она жизнь. Забирай, забирай. Да-да, отлично. Да что ты, сука, в двухе меня приходом указывай. Да, забирай тех. Я с этим побьюсь. Да, смотри аккуратно. В общем, отличная игра, чтобы проверить тимворк еще раз. Бодренькая такая. На аркаде не было. Кстати, чувак, прикольно выходит. Можно было ко мне кинуть. Ну что, давайте выкинуть туда. Клюшка — это давнее название старушек. Да. Еще какие-то юмористические программы были. С бабками связаны. Ко мне можешь, ага. Отлично.
Все, поза победы и пошли дальше. Аккуратно. Что-то огоньку. Ой. Ну не бейся тут. Не бейся тут. Тут ничего нет. А нет, я стейк подобрал, сука. Да, же. Ну ладно. Буду крутиться, бегать. Вот здесь ловушка, смотрите, где череп лежит. Сука. Длинная хуйня. Толстого вагона. Так. Хорошо, что их тут по два выходит. Что? Хорошо, что их тут по два выходит. А, ну да. Самое большое на экране может находиться одновременно 4 врага. И это очень неприятно становится. Особенно, когда они... Как его там не дамажат шипы, смотри, они выскакивают и выскакивают. О! Блядь. Илюха все команды проверяет там. Хоть кто-то, Илюх, на бота внимание обратил, а то редко кто пользуется. Блин, какая-то неприятная локация вот эта на самом деле. Ловушек много, чувак. Нет, это не босс, это лох какой-то. Хорошо, Веди Феникс, как скажешь. Давай пробуем. Куян мне выебал. Да заебал, я даже к ним не подходил, он сам нахуй на меня нарвался. Да раз. Ты нахуй от меня, блядь, там... Вон транзистор тоже есть, иди и бей его, блядь. Он заебал, блядь, смотри. Да, ну ты его как-то... Держи на расстоянии. А-а-а! Я еще жив. Я держу его на расстоянии, вот так вот подбегает. Блядь, все-таки пнули меня. Минус одна. Ну теперь ты держись, блядь. Хуй ты удержишься, он ебашит, блядь, откуда хочет. Вот первый подлый босс такой неприятный. Блять, не успел. Вот сука. Еще жив. А? Этот маленький пират использует приемы с ТМНТ. Да, кстати, кусучий гад. Нихуя, он тебе уже еще одну жизнь. Да, ну, блять, если он не берется, вообще нихуя. Нормально. Да раз, блять, ебаный. Сзади. Да мне похуй на него уже. Пиздец, он не бился что-то. Челюстью в стану кидался. Не, это была какая-то... Клинок какой-то. Ножики какие-то. Музыка говно в игре. Хочу посмотреть стрим. Наверное, пожалею уши. Сделай потише, Мих. Другие вроде не жалуются на музыку. Мы особо не обращаем внимания. Я вроде нормальная музыка. Следующий уровень Пандава или Пандава. Есть этот уровень и в мегадрайвовской версии. Турут. О, вот. Старый прием бабушек. Пандава — это место, где вот этих летающих типов берут в рабство и продают здесь. Короче, типа их рынок. Так, нормально получилось. Самая эффективная комбо — нанесение 3 ударов, взятие противника в захват и еще 2-3 удара с продолжительным, ну, с броском лучше. Если ее все-таки убавить, хуже не станет. Ну да. Ну все, ждем от Илюхи жесткую музыку, он сейчас запилит нам. Мы ее быстренько вставим в игру и все. Давай, Миха, спасибо, что зашел. Так, вот здесь бывает тоже что-то прячут. Хуй, может что-то есть? О, он у меня вырвался из захвата почему. Давай, поза победы.
Нормально. Вот я третьего. Ух ты, он ко мне пошел. Ну, хватит. Татумен готов. Блин, тут же еще один вышел. Нормально получилось. Шестерка. Ну ты на чем играл, Валюха, там? Как любят противники суетиться возле края экрана. Как они любят, а? Так, неплохо. Замечательно. После победы. Ничего нету. Смотри, там скоро что-то полетит. Так, рубим. Рубим нещадно всех. Да ёб твою мать, сука, вот тварь. Дети пират, блядь. На-на. А, программа, чтобы музыку делать? Гараж Бенди делал на айфоне. Интересно. Да почему не разбилось? Ишь нахуй растаптывает этот пиздец. Но лучше эту клетку все-таки разбить. Потом. Там, по-моему, с мечом. Да, с мечом, сука, за экраном суетится. Да прям в спину бочкой, ну сука. Как подло, как игра подло поступает порой. Жизни еле-еле у врагов отнимаются, но пока продвигаемся неплохо. Сейчас выйдут они из-за экрана. Бросаю сюда. Ох ты, блять, вот ебанет, это... да, я прям так и знал. Он еще жив. Вот эта мразь больше всех любит за экраном тусоваться. А Татумен как же? Татумен сразу вылетает. О! Еще один качественный враг. Ой. Блять, надо было того. Вас не понять, что-то вы бросили лучника, попиздили на ту хуйню. Илюх, ты просто это, потом в друзья добавься. И все будет нормально. Так, бомба 4 хит. Уже. О, первый темный вышел из этого рода. А! Смотри, какие одинаково планы враги. Ну эти хотя бы легкие уроды. Так, еще один минус. Поза победы. Продвигаемся. Опа. Жуй. Короче, сильным ударом можно бочки разбивать. О, эффективное появление Татумена. Охуенно, блядь. Бросаю сюда. Ну он не берется за. Ну что за хуйня? Иди сюда, сука. Бесячий. Чего да? Сюда не убегает? Ну в ступеньку бьет, что ли? Татумена, когда пространство лишить, он как... становится как этот мешок. Так, забирай. О! Эффективное появление жирного. О, блин, смотри, запилился, сука. А, блин, и быстро выскочил сейчас, как ни странно. Какое месиво начинается, а? Смотрите, что творится. Да, эффективное вряд ли можно назвать. О, я первый раз Татумена грамотно играл. Ну, в пятку бью ему. Жирному. Фига ты его там размешиваешь. О, вот это я ее остановил кулачком.
Ой-ой-ой, вот как они любят, сука, из экрана вылетать. Сука, из экрана прыгнула там. Умирают эффектно, конечно. Хоп, так он у тебя переключился. Да идиот. О. О, забирай. Сейчас я подерусь еще тут. А вдруг исчезнет? Или этот урод заберет? Да, вряд ли, куда он денется. Да, правильно, что сидим. Короче, бочки можно разбивать, но опять же, как они появятся, прям не знаю. Ну там арбуз сейчас упадет. Этот толстый бегает, аккуратно с ним. Так, давай арбузик, падай, падай. Смотрите, там наверху, где сидят птицы, есть арбуз. Мне бы до него дожить. Ну конечно появится, мразь! Конечно мразота появится. Забирай его себе. Арбуз. Он прям на арбуз упал там. Я не стал бить, чтобы арбуз не взять случайно. Правильно сделал, прости. Это как я сейчас надамаживаться, блядь? Как-то задел тебя, вот сука толстая. Смотрите, что делает. О, правильно. Только смотри, он побежит сейчас. Ой. Жизни улетают, просто пиздец. Ну почему только тебя ударил? Угу. Ну блять, толстый, ну блять, ну блять. Ну битый мап, Дмитрий, что ты хотел? Сайд-скроллер, сайд-скроллер, летишь, стреляешь, битэмап, идешь, пиздишь всех. Все правильно? Ну и здесь налажать можно, поверь. О, как грамотно вышло. Я сразу поймал эту хуйню. Да, редкий случай. Готовы оба. Замечательно. Привет, Ильич. Привет, Ильич. Смотри, там бабы две штуки сзади. Ты тысяч. Так, откидываем. Раскидываем мудаков. Так, толстый готов. И тут же, только стоит кого-то вынести, сразу лезут. Вот куча, а. И смотрите, какое ограниченное пространство. Вот так будет в игре большую часть времени. А, он все готов. О, Босярий. Так, Босярий какой-то тут сейчас будет. Босярий, следующий. О. Жаргис какой-то, Яргис. Так, неплохо пока. Аккуратно, Татумен вышел крупным. Так. О, вот это прыжочек был. Ой. Татумен еще жив. Ну, куда он денется, сука? Блять, ну задел тебя, прости. Блять, противник не дал побить его. Пизда мне. Ну теперь есть шанс мне, чтобы выжить. Добивай его тогда. Все, отлично. Ой, я жив. Жизни поровну. Пока неплохо, пока нормально. Сейчас, кстати, можешь еще по жизни накинуть. За полгода. За очки. Есть. Да, тебе накинули. У тебя мне чуть-чуть хватило. Да, маленько.
Второе сокровище найдено, но еще долго пробиваться. Странно, что такая продолжительность у битэмапа. Уровень Андорус — это, кстати, родное место Тулы, за которую вор играет. То есть мы сейчас... Сейчас у всех кровать метать буду. Да, на родине Тулы сейчас. Чё-то хуёвое какое-то место, не хочу тут жить. Да не хотел я её взять, как подло всё начинается. Вот примерно с этого уровня могут неприятности возникнуть. Конкретно. Враги заметно жирнее становятся, быстрее. Блять. В ту сторону бросил. Смотри, тут, по-моему, упасть можно. Аккуратно. Да хз, может в твою сторону кидается, только в мою никто не кидает. Готов. Поза победы, продвигаемся. Ему тоже привет. Привет, Феникс. Бананазы. О, красивое место. Кирское место такое. Ну нахуй. Отлично. Так, что мне забрать? Ёбаный в рот. Моя жизнь. А, нет, твоя жизнь какая. Все, я отсюда. Да ебучь что тумен, сука. Два-то тумена. Я одного на себя отвлек. Но выкинуть не получилось. Ой, как страшно. Нахуй. Черная вода — это... Пуэр. Пуэр, суби, блядь. Да что ты, сука, встал на удобное ему расстояние, бразина. Помню, у меня в детстве, капец, припанула серия, где баба делала себе инъекцию черной воды. О. Дай-ка я его выкину. Так а что, это мультсериал был такой, что ли? Все, готов. Жирный готов. Идем дальше. Смотри, сейчас, смотрите, сколько понавыпрыгивало, блин. Еще и жирный вышел. Нет, всех он выкинул. Не доделали, нифига себе. Выкидывай тоже сюда. Сейчас он сюда подойдет. Да, я выкину. Да ему уже маленько жизни осталось, давай так добьем. Бросай, конечно. Иди отсюда, толстый. Эй, толстый, ту-д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 у. Музыка такая криповая, такая ломаная. Так, вот еще одно место с ловушкой, кстати. О! Вражение. Уже воткнулись в ловушку. Заходи за дерево и все, и пусть они дамажутся. Сбоку заходи. Толстому вообще похуй, прям на ловушку везде. Уровень IQ у врагов потрясающий. Ну что вы хотели, пираты все-таки. Вообще, кстати, удивительно, что баб добавили. Мне больше удивляет, что у Толстого есть ножик вон в кармане, он им не пользуется вообще. О! Зазлились на меня, суки, с длинными руками. Да он вплотную ко мне был, мразь. На, сволочь. Как мало отнимают, как мало атаки отнимают, ужас. Да что ты, сука, вот вышел, блядь. Проблемы всех битэмапов, блядь. Появление врагов. Как он сквозь ловушку пробежал, мудила, сука. Ему похуй, он толстый. Он просто сквозь ловушку пробежал. Чё, Илюх, там еще какой-то прикол? Да ладно, чё ты извиняешься. Файн сила, я посмотрю потом. Можешь заценить вот. Он гуляет по ловушке, сука. Я сейчас гляну, кстати. Сейчас рекламная пауза. Качество, все, давай.
Я потом посмотрю. Не дезморалится. О, толстый выше. О, жизни близко. Забирай. А, ты, бля... Пункта, нету жизни. Ну, может, за камнями тут что-нибудь? Сюда ну, деревьями, смотри. Дерево. Ну, тут ни хрена нету. Все, готов, сильным ударом добил. Не мразь ли, блядь? И сразу еще второй, один блядь. Смотри, сейчас еще кто-то выскочит. А, вон он уже суетится. Отлично. Если ютубовским интересно. А ютубовские могут не пропустить ссылку, кстати. Смотрите. Так, одноплановые враги. Блять, у всех похуйне у нас осталось жизни. Да. О, блядь, еще один. Ну, сука, я его убил. Меня я... убил. Кстати, тату-мена можно в воздухе сбить, когда он так появляется. Ну хуй его увидишь, когда он из экрана вот так появляется. Все, тату-мен готов. Сикл-мен тоже. Сикл-мен. Да и не знаю. Ой, отлично, стик нашел. О, качество, блядь. Жизнь пором. Тупо, я думал, дерево воткнется. О, у меня воткнулся. Тыщ. По тактике сплинтера забиваем. Отлично. Мне нравится, как анимация врага, когда он в дерево попадает. Так, райдер готов. Хуясу, ну, что ты в лужу прямо туда? Убегай. Да-да, я отошел. Отошел. Ну как он, сука? Я, он подошел. Кстати, бабы могут прыгнуть, поэтому... О, вовремя, вор вообще грамотно. Такими жирными пиратами все корабли потонут. Качество. Да, хорошая шутка, Сари, молодец. Зашла, скажем так. Так, баба готова. Вот баба, еще знаете же примета, баба на корабле к несчастью. Смотрите, сколько баб пиратов оказывается. Ужас. Нет, об ловушку классно дамажится. Смотрите, сколько хп у этого пирата и сколько вор с ним еще мучается. Смотрите, как мало отнимают. Так, они их как якоря используют. Или как пушечные ядра, да? Да, тоже такой вариант. Кстати, повыше. Они реально жирные такие. Или в напад какой-то. Ну конечно, выследил, сука. Ко мне аж два раза попали, суки. Я один раз учил. О! Опа! Ха-ха, не успел! Жирная мразина. Вообще редко в каких битэмапах можно встретить окружение, которое может помешать. На врагах сказывается. Я вот не знаю, ребят, битэмапов таких. Чтобы вместо оружия какие-то ставили препятствия, там, ловушки. Здесь и платформинг будет. Платформинг. 90% битэмапа, и здесь еще один уровень такой будет. Мы просто офигели, когда его увидели. Минус Пупмен, сука. Я его прям не отпускал, как только появился. Ну и правильно. Самый дерзкий враг такой. Да. О, смотри. Махачу дерево. Вообще качество. Да это вообще можно было бы, конечно, на вылез. Просто, ну да, появление врага. Хуя ебанутый Пупмен видел. Он в дерево прыгнул? Не, он разбежался и прям в ловушку въебался. А.
Иду, иду на помощь. Да ебать! Я думал, ты его обратно кинешь, а там на тебя напали. Где этот хуеплёт? Смотрите, вот это самый подлый враг. Иди сюда, сука. Поджопник, все готов. Босяри. Да, босс. Смотри, вот этот уровень как-то... Ой. Че, ты лысого возьмешь или блондинчика? Я, наверное, с лысым подерусь. С Гарретом. Да, кстати, с Гарретом дерусь. Ой, а тут плохо. Сюда, по тактике блондинчик. Я не знаю, кто у нас есть блондинчик. Блондинчик у вора сейчас босяри. У меня лысый. У меня лысый избранный. Не, кто из зрителей типа есть блондинчик. А, это Гаррет. Вообще и Лёх Гаррет у нас лысый. Не, про блондинчика спрашивают, кто есть блондинчик типа. О, насчет блондина это надо подумать. Так, мой не готов еще. Ну конечно, конечно. На, сука. Это типа... А! На, сука. Это было опасно. Так. Да я тебя не видел, Илюха, даже ни разу. Да, Илюх, у тебя эта фотка какая-то, ты там в тени, что ли, или в шапке. Сразу видно, на Инстаграм не подписались. Но у нас нету, Илюх, мы без Инстаграма. У меня нету Инстаграма, я вообще не пользуюсь. Так, третье сокровище найдено, замечательно. Еще 4 осталось. Пол игры пройдено примерно. Банджамар, следующая локация. Банджамар. И вот отсюда начинается такое, да. О, сразу прям колонны. Какие добрые, сразу мясо, отойди. Все, правильно. А откуда мясо выводили? Мясо из колонны, это вам... О! Это тебе, вот даже за псов. Песики меня любят, кстати. О, она на тебя прыгнуть собиралась. Да, мразь. Татумен выскочил. Ой, вот это опасно, они сейчас все сюда прыгнут. Сейчас прыгнут, надо. Смотри, суетиться. Блин, вот эта баба заколебала уже. Все, готово. Ох ты, сука! Не попал. Да, о, да, я да, попал. Да. Может, показался это кабанчик, а не пес. Возможно, кстати. Ну это да, наверное, кабан все-таки. Тут действие темной воды может так сказаться, что любая собака как кабан будет. Ой. Это что, блядь? Да заебал этот враг, который меня на расстоянии бьет. Да заебал! Помесь гиены и вепри. Блять! Нормально, нормально. У тебя все равно жизнь. Сука, хотел ебнуть тоже. Но они так и терлись возле мяса. Помесь гиены и вепря. Привет, Ирвин. Инстаграм для этих. Да ладно, че ты так сразу? Кто-то пользуется и много кто пользуется. Не значит же, что все с этой ориентацией. За победу. О, кать. Ух ты! Просто с ноги вынес! О, татумен, сука. Даже жизнь. Два татумена, пиздец. О, вот это меня. О, вот тут он вообще красавец. Собачку этого кабана убил! Ёбаная бочка! Ёбаный татумен, сука! Ёбаная игра, да. Успел меня ударить, пока враг падал! Пиздец!
Смотри, там Татумен. А, он дамажится вроде об шипу. Да. Еще один выскочил. Блядь, ну как этот-то прорвался, сука? Татумен еще жив, это плохо. Один у меня тут получился. Да заебал этот Татумен, блядь. Пидорас, обезьяна, сука, скачущая. Вообще локация гнойная, блядь. О. Они заебали меня распинывать, сука. Какая-то локация пиздец ущербная. Я залез спрятаться, меня там встретил уёбище какое-то за экраном. Ну что хуя. За пидорская хуйня, блядь. Хуя, он прям прыгнул прям вплотную, блядь. Не, я не расист. Просто так получается, что люди с черной кожей чаще портят настроение. Охуя, ты выбил мешочек. Мешочек. Все, наконец-то последний. Че кто рискнет, я не пойду нахуй надо. Я попробую. Все, замечательно. Значит, что? Аккуратненько подобрал. Мост красивый. Сюда, сюда кидай, сюда. Тут дрочат, смотри, там на мосту. Да, Сиклмен вообще какой-то странный. Блядь. Бросаю к тебе. Маленько осталось. Отлично. Отлично, пробегаем. Все, сука, жирные пидрилы. Что это за говно ебаное? Опа, там этот Татумен добрый. Он, кстати, хотел прыгнуть. Татумена сложновато выцепить, ну да. Ну, Питер, ну конечно, выскочит, мразь, блядь. Ух ты, как я сейчас от кабана увернулся. Сиклмен там есть, Ирвин. Татумен чуть-чуть не осталось, Питер. Названия врагов подписаны под нашими именами. Тех, кого мы бьем. Отлично. Да какие они все живучие стали, а? Собачка. Баба стала. А, еще секунду. Еще бы дохуя. Так. По-моему, бегающая мразь. О, нихуя я кабана встретил, как бы. Да, четко попал сейчас. Грамотно. Заебись. Четко. Умеете, могете сделать хуёвый дизайн. Пацаны вообще, ребята. В жизни так много, это мы набили уже на очках. Мы просто... Хуя, 50. Хуей. Да, аккуратно. Тогда скоро сольём до хуища просто. Если аккуратно в начале играть, есть шанс очками набить жизни. Блять, пошёл. О! Забирай, забирай, сразу забери, забирай. У меня жизни больше. У меня жизни больше. Да забирай. Забирай. Картиночки какие-то опять пошли. Держи. Красиво. Радостно закончилось. Сейчас кто-то выйдет, да? Да, конечно. Вообще, Ирвин, это уже середина игры примерно. О, тост. Блять, нихуя я тут жопу остановил просто черного. Там хлеб сожги быстрее. А? Вот сучонок. Хлеб, кстати, меньше всего, по-моему, добавляет. Эх, зря туда выкинул. Сейчас побежит. Мразь ебаная. Вот это неприятная. Здорово, связка, Максим. Когда два толстых и один с мечом. Все, готовы. Привет, Максон. У нас сегодня... Мордобой по плану, берегись. Толстый готов. Замечательно. П-
Просто размешиваем, расхуяриваем все. Я этот Умбена сразу подловил там. Да, удачно он вышел, мне под горячую руку попался. Ну я по нему бью! Конечно, кусос выйдет. Я по нему бью, ему пофиг. Ой, блядь. Так на толстых ты даже, ну не знаю. Суперсила, видать, какая-то, кинуть толстого. Да, с пиратами шутки плохи. Я про нас сейчас говорю, мы же тоже пираты. Пальцы не болят, побаливают. Потому что турбо не завезли. Ну это... Да ебать, ну что за хуйня, блядь, дрочит нахуй вдвоем там. Да, у нас такой тупые. Смотри, там аккуратно с мечом вышел козел. Давай, готов. Ой. Ах, одного не достал. Ну ладно, он готов. Сзади. Качество, блядь. Че, размениваемся? У тебя тут просто. Баба какая наглая, противная какая, сучка. Да, я за бабу играю. Да, Ира, все правильно. Берегись. Ёпу мать. Сиклмен готов. О, она на тебя прыгнуть хотела. О-хо-хо, просто распыляет. Ухватила людей. Все, поджопник. Что ты желтый, какие-то герои? Так, мини-босс. Опять этот конг долго. И сюда. Замечательно. Ебать, и как я должен это предугадать? Я тоже так могу. Он временно неуязвим, пока встает. Что это, блядь, за хуйня? Я его вот так же с кулаком нахуй хуярю, ему похуй вообще. Так, ну ладно. Адекватная фотка. Ну и да, эти люки самого. Там не... бросай, пинай. О, а чё так это? А, я подставился. Ах ты, блядь, сука! Блядь, хуй плёт выбежал. Ах ты, блядь, ну как это всё предугадывает, блядь. Ты убил, да, этого пёса? Пса, да, ёбнул, кабана этого. И сразу толп пайрет вышел, жирный. Там Татумен ебаный, смотри, человек сейчас ебанет. Ебать! Ну жарко, видать. Так, я вроде нашел там хорошее. Конечно, жарко. Не везде же, как у нас зима. Есть хорошие места. Заебал тут Татумен блок ставит, опа. Татумен пидор там блокирует, унибы. Тут они все черные сгорели. Опа, не ожидала, сучка? Да ебать, рот. Ну и конечно меня сразу обидит. Нихуя три бабы сразу, выбирай любую. Я нахуй темную беру сегодня. 18 ударов блокирует, сука, охуеть. 18 плюс. Ну именно в этот момент. Где-то там, блядь, за кулисами нахуй бегает каждый раз. Пизда ему. Ты тысяч, блядь, нас, сука. Да, я исключительно экзотик. Вот и жирный тоже черный мне достался. Представляете, как долго он загорал? Так надо, чтобы все тело обгорело. Такая площадь. Смотри, может еще кто-то выскочит. Хочить! Блядь. Ебать, и ты по мне ебнул, нихуя себе. Я по кабану хотел ебать. Берегись! О, ебать, прям. Вот. Блядь, ну они друг друга тоже подстраховывают, сука. Вот сейчас месиво реально начинается. Уже прям чувствуется, пиздец какой-то. Привет, Чинджер, черный жирный властелин. Привет, Влад. Пришел примерно на середину игры, когда сейчас самый замес. Крышевая игра
Половина игра нормальная, половина какой-то говнище, блин. И жизнь скоро дадут, кстати. Да, надо держаться. Следующий тебе как игра? Да, это же да, я начну. А, ну ладно. Пинай его. Ой. Блять. Что-то там не то. Че, Раф пришел? Отвлекся маленько. Нет, Рафа не вижу. Смотрите, Басярий какой в битэмапе. Офигеть. А, Раф пришел, да. По мне, не трэшевая норм. Только фин уровень затянут. Да ну, я не помню, чтобы финальный уровень затянут. Да, мы не проходили режим, где друг друга. Но я думаю, там вот так, все равно прошли бы такой режим. Там не так уж и сложно было. Мы редко были на одном уровне с тобой. Раз на ютубчике. Да, Чинжер, я видел. Через 50 минут где-то потом. Добил все-таки босса. Так, аккуратненько. Чин, а ты проходил этих пиратов? Играл вообще? Маленько-маленько остается. Мне бы не умереть. Я так хочу жить. Я хочу жить. Мы же еще условия, ребят, как обычно ставим. Максимально неприятные. Взаимоурон по друг другу. Максимальный уровень сложности. Ну и прочая лабуда, в общем. Без контрол будем стараться. Чё, добивай. Вот так вот. Вот сразу. Нет, не проходил Чинджер. Если Транс говорит, что Рафа нет, значит так и есть. Но я могу сказать, что он появился. Хоп. О, вот Раф пришел, спасибо. Кстати, Чин, поздравляю с этим R-Type третьим. Долго ты с ним мучился. Успехи оправдали себя. Приемов тут только кнопка Y. Так, три уровня остается тем временем. Самый край карты. Миригон. Локация. Что-то горная местность какая-то. Здесь музыка четко начинается. Че Илю хотел спросить? О, вот здесь начинаются... Тоже моменты такие неприятные. Ой, блин. Да, второй остров. Ой, Илюха теперь спрашивает. Илюха зам Димана. Димана нету, да. Заместитель Димана сразу же занял. Я не знаю, Илюх, наверное, на следующей неделе будет. Я хотел Гаруту еще один реквест там показать, выполнить. А потом, наверное, будет остров. Либо с Вором еще совместно что-то будем проходить. Да блин, ну как они... Вот когда вдвоем это... Капец. Вообще, Чин, зря ты говоришь, все-таки какое-то разнообразие ударов есть. Здесь не только одну кнопку долбишь, здесь долбишь две кнопки. Смотри, с мячом может выйти. Ну да, еще надо кинуть на X, успеть. О, забрал. Да, Илюх, мы с Вором уже больше 30 игр прошли совместно. И всегда ставим, где возможно, самые высокие уровни сложности и взаимоурон по друг другу. Так, забрали. Ага, классно встретил. Здравствуйте. Трансворные разборки. Кстати, битэмапов не так уж и много мы прошли вместе. На SNES, я говорю, это вообще только вторая игра. Эй, толстый! Я здесь. Он еще жив, может убивать. Отлично, замечательно. Да, Илюха, мы с Вором уже... Теперь ты мои мысли читаешь? Молодец. Бросаю, держи. Леди-пират. Блять, игра свернулась, сука, ну ладно.
Ну что-то Double Dragon, Super Double Dragon, ты тоже не особо рвался проходить, хоть там и дофига демов было. Так, иди сюда, милый мой пират. Отлично. Ну, один раз и один раз через полтора года. Смотри, Чин, тут, короче, можно сделать комбо из двух ударов, потом добить сильным. Извиняюсь. Ебать, в рот. Комбо из трех ударов, потом добить сильным. Сделать четыре средних удара. Взять в захват после комбо ударов. Нанести пару ударов в захвате, потом бросить. Удар с разбегу, удар с разбега с прыжка, удар просто с прыжка, а ты говоришь, разнообразия нет. Круче только какие-то суперудары придумывать, там, на несколько кнопок, чтобы жать. Я не пытаюсь как-то выгородить игру, но я говорю по факту, что есть. 2000. Ну, видишь, ты сравниваешь с хитами. А подумай о каких-нибудь битэмапах. Не такого качества, как этот. Уже другое совсем сравнение будет. Готов. Сейчас полетят, наверное. Вот я сбился, да, от земли. Вот ловушки, сейчас, наверное, полетят. Ну и, конечно, да, именно на моей дистанции. Да, и я не успел встать, еще раз пил. Куя ты мне ёбнул. Страшно по тебе. Хуеть, и прям на ловушку, да-да-да. Вообще шикарно просто. Ён, а, он внизу летает. Смотрите, вот это бесячее. Лучше просто придумать нельзя было. Когда пройду все хиты, тогда, возможно, посмотрю на такие игры. Короче, играется легко, чем, я не знаю. Это. Ну, мы маленько попривыкли, конечно. Вообще, и враги разнообразно появляются. Нифига ты рисковый, но нормально попал. Замечательно. Икс, А, Б, С, Икс, А, Б, С, З, да. Это ты файтинг уже привел в пример. О. Это комбинация на открытие меню в каком-то... В каком-то Mortal Kombat. Это бруталити. А, еще блок здесь можно ставить, Чин. Я забыл сказать. Который мы никогда не ставим. Да, слишком экшони прет просто. Плюс уровни как с платформингом. То есть не просто тупо битэмап. Еще знаешь, какая особенность? Здесь нет никакого оружия. Плюс нет никакого... Как сказать? Ну, нельзя на окружении ничего подбирать. Добивай. Вспомнил. Вор красава. А, значит, ты правильно сказал. Вот мне. О, жуй как раз. У меня тебя отпиздили там. Бананы, кокосы. Как по собачке не попал? Я попал. Да, да, он тоже удивился. Сука, заебал. Вот что ты ебучий. А, я по ней немножко не достал. Да сука! Одну убил. Блять. Да блять. Есть еще минус одна. Блять, это какой-то популярный персонаж, я не помню какой только уже. Ну, Псайбет, скорее всего. Псайбет. А, это, по-моему, да, но Псайбет брутальный. Бердвики много разнообразия. Ловить. Летать. Ой. Минус один, минус два. Ну, сука! Блять, кусок. Какого хера? Кстати, летать, по-моему, перестал. Да. Ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты. Я черного держу. Тут бегать не начал, долбоёб. Толмен готов. Да, сука! Ну, вы видели, он просто меня в булыжник кинули, блять, с какого-то края экрана. Я даже не заметил. Толстый побежит сейчас, аккуратно. Вот это подлая вот эта херня, просто какую-то, какое-то говно на тебя кидают из-за экрана, замечательно.
О, качество. О, да, блядь, еще один кусок. А, вот это тот же самый. И смысл, что я бананы ел, меня просто забили. Забили меня, забили. Ой, не вовремя вниз пошел. Так, толстый готов. Берегись. Чем мразь какой-то летает, пиздец. Я уже ни одного брутальца, наверное, не вспомню. О, я у Джакса помню. XXXBA, XXXBA, X. У Сайрекса XXZ, XZ, XZZ, что-то XZ, XZZ. Точно не помню, но там две кнопки всего задействованы. О, как... Хуя, я сразу пса ёбнул. Разбивай. О, разбил. Я там ещё и... Ну, блядь. А пираты ели? Че, мы бесконечный фарм открыли, что ли? Конечно, ели. Нет, нахуй. Не все же время они мясо... Чего они только не жрали там? Взрыва-то не было тогда нормально. Блин, одна не туда отскочила. Берегись. Еще кидаю. Эх, не успел камешек разбить. Убил собачку. Может еще побежать? Нет. Бросаю. Давай, а, у тебя там. Во. Да ебать. Не заебали там кусить за экраном. Да-да-да, вот это тоже проблема вечная. Так Golden X3 прям хуярит. Ой, как я не вовремя умер, иди ешь. Там что, хавчик какой-то, кстати, разбился. Из камня выпал какой-то арбуз. Ну там все время что-то выпадает из камней, из бочонка. Я говорю, это вам покруче Castlevania будет. Последняя, видать. Да, забирай эту босс, вдруг будет босс, сразу бери. Все, пошли. Нет, пока не босс. Да, Илюх, мне нравится эта фраза в битэмапах, я частенько ее юзаю. Да, поближе к центру, все правильно. Еще, по-моему, врагов... Где-нибудь таких долбоёбов, интересно, где-нибудь находят. Пиздец. О, смотрите, как появляется. Два раза выше нас. Первый раз, я думал, это Басярий. Поджопник. Здорово, Гаррет. Здорово, Рюскич. Привет, ребят. Вы пришли примерно на финальные уровни в игре. Хорошо, когда один враг в экране, да? Да, смотрите, когда... Все, откидывают, пошел вон. Хорошо, когда один противник на экране. Ты что за блядь хуйня? Ну, конечно, появится этот длинный урод. Конечно, блядь, конечно. Появится сначала его меч, потом он сам выйдет. Уродство, блядь. Ну, может, сам еще и не выйти. Да, Гард, здорово. Спасибо за фирменное приветствие. Я два, пидорасы. И Татумен еще. Татумен еще, ладно, слабый, не прыгающий. Да, этот еще нормальный. Все, Татумен готов, один толстый готов. Блин, еще вышли. Значит, он выпрямил еще просто. Готов. Ремастер Championship Edition. Все, последний остался. Эй, пират! Мы здесь. Вот он прям по яйцам бьешь. Я прям плачку ему, смотри, пихаю руку свою. Офигеть. Все, готов. Затянутый уровень такой, что-то Раф написал и ушел. Жаль. Жаль, конечно, но... Тых-тых-тых-тых-тых. Пасненько было у меня, я забыл, что у меня удар с выпадом.
Ой. О, хватит. Ну все, нормально, пойдет. Это еще раз напоминание, что мы друг друга можем бить. Блять, там какая-то хуйня, оказывается, была. Да, это да мап уже идет 1 час 15 минут. Три толстяка, вспомните фильм такой, смотрите. Три толстяка напало. Сказка такая. Ну почему я не сбил его, блять, сука? Толстые, короче, это моя слабость. Прости, Рюски. Я сейчас сразу черного самого возьму. Я сейчас говорю про... Бля, всех просто пизжу. Поближе, поближе, не стесняйся. Конечно, конечно. Ну как они меня пробивают, блядь? Как эти жирные, да, сука. Да вот самая жопа, Рюски, здесь начинается как раз. Рюски, ты не пропустил, сейчас самое интересное будет. Сука, я же как-то отходил. Не, он сдох, я его выкинул. А, там яма, наверное. Они там наняли целую деревню. Сколько, ну, такой оператор жратвы выходит, я охуеваю. Целую деревню жарабасов наняли. Так, бассейн наконец-то. Качественно он меня встретил. Да. Ты бегай там, крутись. Ты сильно-то тоже не лезь на этот, на рожон. Надо жизни беречь, беречь надо жизни. Тыщ, 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 тыщ. Пидор. Тыщ, 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 тыщ. Ну, Мантус, кстати. Мантус — это первый пират Блота был. И верный его, типа, слуга. Самый верный. Куда пошла? Первый подсос, да, короче, на корабле. Чё-то они это, вор. Чё-то бабы к тебе тяготеют. Какие-то они неправильные. Я в смысле про игру. Да, пиво три толстяка тоже было такое. Ну конечно, у меня управление забрали. Вора в бойцах упомянул. Фирменное приветствие, жирный плюс к скиллу стримера. Да, Гаррет, спасибо еще раз. Так, очередное сокровище тем временем найдено. Пятое. Да, пиво три толстяка тоже было. Не, пиво толстяк было. Там чисто, чисто один был. Не, три толстяка же пиво было. А, ну может быть. Ну может. Так, два уровня остается до конца игры. Остров мобы, и вот здесь музычка мне в принципе нравится. Опять эти манки бирды. Качественно встретил. Тут, по-моему, яма есть, вор, кстати. Ну да, потом будут там всяким говном еще будут закидывать. Я уже выкинул. А, уже выкинул. Я не вижу. Ты выбрал толстяк. Спасибо за донат, ребят, извините, пока был ответственный момент, я даже не посмотрел, кто чё, когда. Ёпнулась. Прости. Вещаю. Привет, Райкири. Здорово, Человек-паук 76. А, три толстяка, сказка Юрия Олеши. 24-й, ну да, год, нифига себе. У меня как я его не сбил? Попал. Нет. Да ну, ебать, как я прям там в него что-то должен воткнуться. Да, кривоватый хитбокс. Так, здесь нельзя так переходить. Разбивай, забирай. Смотрите, какое подлое место сейчас. Хуеть. Отлично, бабу выкинул. Нахуй все отсюда, нахуй, блядь, да что за пиздец-то? Смотрите, какое подлое место, нас заставляют драться в таких подлых условиях сейчас. Блядь, еще одна леди пришла. Давай я левых пизжу, или правых.
А тут и посередине, и повсюду лезут. Пиздец. Да вот я тоже пропустил момент, кто такой богатый. Меч пиздец в коробке, конечно. Сука, выкинуло. Конечно, выкинут меня здесь. Мид богатый. И штрайкери. Чего? Мид пишет богатый. Но он что-то в чате пока не появился. Ну да, что-то я не видел его сегодня. Есть. Ой. Бля. Я помог тебе яму перепрыгнуть. Сочтемся на этом. Я и без тебя прошел бы. Прости. Вот все-таки то, что ты за женщину играешь, на мне это тоже сказывается, охота лишний раз тяпнуть. О, дабл килл. Почти. О, блядь, толстого остановил. А у меня... О, у меня два тату-мена. Блядь, и все ко мне ебутся, смотри. Тебе жизнь накинули, вроде бы. А, или Тебе, по-моему. Собака по камням прыгает, блядь, как ебанутая. И похуй вообще. Да, с именами не взорвался. Тату-мен, леди-мен. Толстая хуйня, блядь, длинная, вообще пофиг. У них имена реально такие, ребята, подписаны под нашими именами, я уже говорил. Кого мы бьем? Вот это Big Pirate, то есть крупный пират. Он не побежит. Давай его сюда. Во. Ну, сука, ну нахуй, ну, блядь, ну, сука, ну, блядь, ну, ну, нахуй, сука, ну, нахуй. Замечательно. Вместе. Поза победы. Да, только босс именно. О. Ой, не так, надо поверху. Да-да, здесь можно поверху. Камень ёбнет меня, смотри. Смотрите, зачем было в битэмап вот это добавлять, смотрите. Ну чё вот это такое? Это битэмап или чё, или платформер? Там враги появятся. Да прыгай. Ну хочешь, оставайся там. Оп. Оп. Так, Райкири сказал, что вор всю работу делает. Давайте ему доверимся. Трибл килл. Ебать, блять, я думал, они в яму будут попадать, сорян. Ой, смотри, как он хочет ко мне. Ой, как они хотят ко мне. Транс, вспомни дабл драгонов. Я говорю, Райкири, что ты сказал, что вор всю работу делает, надо ему, значит, довериться. Моя жизнь. Забавно тут еще жизни в виде фигурок. Так, давай, наверное, и разбивай аккуратненько сейчас. Да. Ой, зря ты сильный удар, он тебя движет, он... Ты двигаешься с ним, простыми ударами бей. Я не двигаюсь. А, ну ладно, все, замечательно. Ой, это что за говнище? Типа, ну как эту хуйню выцепить там из-за экрана? О, сплит! Привет, спасибо за донат. Прости, не увидели сумму. Ебать. Это эти толстые читеры просто. Я как, я бы еще и в яму провалился, что пиздец. Конченое место, конечно, за ямами, пиздец. А, ты с мобилы еще, сплит, понятно. У нас напряжный момент был, я не посмотрел просто, извини. Здесь вообще вся игра напряжные моменты, особенно начиная с четвертого уровня примерно. Но уже маленько до финиша остается. Продвигаемся дальше. Опять дрочит сидит. Ах ты, сука, не ешь! Вы хоть один успели, да? Да. Блять. Блять нахуй всех, куба. Чин, я надеюсь... Ты еще здесь, потому что сейчас скоро будет босс, который тебе очень понравится, я думаю. Ой. Блять, пидор на меня смотрит. Он смотрит на того, кто его последний раз ударил. Собачка. Хуя их там, пиздец просто. Раф пишет, легкая игра.
Хорошо, Раф, с тебя просто... прохождение на одного, на харде, без контов. Раз легкая пишешь. Я с удовольствием посмотрю, как ты будешь легко ее проходить. Можно было на меня бросить, ну ладно. О, там же яма, точно. Ой-ой-ой. Все, он готов. Да. Блять, он поднялся. Я думал, Раф, кстати, что ты уже ушел. Так, подожди. Прямо отсюда разбивай. Вот, ну, что приятное сделали, что некоторые препятствия можно разбивать. Смотри этот клип. Как некоторые, только вот этот камень. Илюха меня все рекламирует, спасибо, Илюха. Там сейчас ёбнет тебе, смотри, лучше ты вверх уйди. Да? Ух ты, спасибо, я забыл уже. Да. Платформинг. Платформинг. Так, ты первый. Сейчас я иду тоже. Оп. Все замечательно. Тебя вроде не было в начале. Да, сплита. Блин, ну опять... Ебучий, вот, обезьяны, сука, эти. Мо... Смотри, там с мечом аккуратно. Спасибо, Сплит, что нашел время зайти. Как и остальные ребята. Кто-то... С ютубом, блядь, нихуя не видно. Там, кто-то опоздал, потому что... Ну это пиздец. Да ебать, в рот. Ну меня со всех сторон, блядь, налетели, блядь, заебись. Собаки вообще вот эти кабаны ебанутые какие-то, блядь, откровенно говоря. Одноразовые, конечно, они, но... Ну хотя бы да, что убиваются. Нервы портят больше. ПшКа, они, конечно, немного отнимают. У них очень высокие... Ебать, ебать! Не знаю, сейчас Татумена просто не отпущу. Да, я постараюсь тебе помочь с другими. Не... На С, на нах, на С. Блять, сука, запинователи конченые. Сейчас прыгнет там, сука, прыгнет. Вот мясо, вот мясо. Всегда смотреть и слушать вас прекрасно. Спасибо, Сплит. Если что, если кому игра не понравится, вините меня, это моя была инициатива с Вором запустить вот эту игру на двоих. Ну, Транзистор тоже обсирал ее вначале, когда играли. Ребят, я рейджил, серьезно. Так, такой хуйней казалось, когда только запустили. Но все-таки... На этих уровнях всех последних. Все-таки хитбоксы чувствуются, нормально сделано. Ну, хитбоксы, да, но вот эта пидорская хуйня, когда они убегают из-за экрана, ну что, что это такое, нахуй? О, толстый. О. Толстый еще жив. Да нет, это не кривое, да, это как раз игра прямая, но подлая, вот в чем дело, ребят. О, толстый. Говно упал. Самих разработчиков, что они сделали, да. О. Смотрите, досядешь. Какой босс. Смотрите, ребят, босс. Смотрите, это битэмап вообще, это что, блять? Что вот это за жанр? Тут еще и мод 7 частично завезли, смотрите, хуякс. Бууу. Так, сейчас шмалять будет, смотри, не попадайся под рот. Да, знаю, сейчас. Феликс, босс. Он еще и к экрану сближается. Шмапчик, да, риск, все правильно. Причем шмап... Тебя снесли к хуям. Да. Битый шмап, да. Привет, Джесси. Здорово, Джесси. Джесси, ты тоже подошел уже ближе к концу игры. Ну, я не знаю, может, ты сейчас кто-то написал. Это стихия чина, да, я еще и хотел, чтобы он увидел этот уровень. Но босса качественно сделали, кстати. Представляете, в игре с битэмапом босс из скролл-шутера. Как это, что? Да, я тубус знаю, конечно. Мне скоро с тубусом предстоит в хоккее отыгрывать, кстати, матч. Прячемся. А, все, он готов. Немножко некрасиво убили, но нормально. Пиу-пи-пиу. Чё, некрасиво, а как его еще убивать? Битэшмап, да, разнообразная игра. И опять в позе, знаете, как это... Блин, как этот памятник назывался-то? Рабочему с крестьянкой или как? Помните? Рабочий колхозница? Да-да-да, вот мы сейчас в такой позе встали.
Матч по рестлингу. Ну, Тубус, конечно, в рестлинг сильный, но там дох посильнее будет. Тубус один из самых крутых ретро-файтеров на турнирных площадках под раком. Рестлинг, Mortal Kombat. Ну, в рестлинге дох всех ебет пока. А вот, кстати, последний без уровень. Шансов. Корабль Блота, капитана, который встает на нашем пути. Отходи. Жирные далеко не летят. Да, это последний уровень. Последний уровень, он трудный, самый. Хуй, откуда разбегается, что ли? Поджопник. Ой, сразу налетело, смотри, сколько. Да, у меня уже двое там. Смотрите, сколько очков набрали, уже больше ляма. Опять же, музон зацените. Блин, все-таки чин ушел, скорее всего, жаль. Да, иначе он чем-то написал бы, думаю. Ну или занят чем-то там был. Да и нахуй там тебя сзади, такую ищи, а не тут там. Да ты смотри, какие подлые суки, отойдите, блядь, с конца экрана, блядь. Даже есть кроллерный уровень, даже Раранган. А, Влад, ты здесь еще, извиняюсь. Бэтмен Ретурнс на двоих же? О, блядь. Бэтмен Ретурнс, да. Да, он тоже на двоих. Надо будет заценить как-нибудь. Хорошая идея. Спасибо, кстати, Чин, что подкинул идею. Бэтмен Ретурнс, наверное, тоже возьмемся в ближайшее время. Да, без проблем, Чин. Всех свои дела бывают. Чин конкретно настроен против этой игры, я уже понял. Здорово, кирпич. Андрюх, ну я же тоже не в восторге от игры, так себе обычный середнячок, как помню. А, сучка. Смотрите, нам червячок... Если бы вот эти ебанутые выпрыгивания из-за экрана, было бы нормально все. Да, вечно под конец народ набегает, я уж не знаю, что делать с этим. Ух ты, блядь. Да, кстати, с... Да, скоро через полчаса по Зельде будет. Через полчаса чем ну, выйдет? Ну, это мы успеем пройти. Так что все, кто смотрит нас, приглашаем Владу на стрим. Да, да, это я был. Убьем пока ее. Хрена она еще сопротивляется. Тыщ, тыщ, тыщ. О! Леди не дремлет тоже. Давай, Андрюха, снимай что-нибудь. Тебя дама просит. Дискорд, я не знаю, сейчас если получится, то может я зайду в Дискорд. Я Зельду, кстати, ни разу не играл. О, качественное о, появление Татумена. Не, этого я поймал, все. Ты главное этого пидорота. Ну, да все вместе бьем. Бей, бей, конечно. Все, замечательно. Пинай, распинай. Убивай нахуй. Пинай, вот эти. Ну, сука, это на надо нахуй. По сути переходить там. На сука, на нахуй, ну блять, на нахуй. Ну, блять, ну блять, на сука. А это на двоих тоже? Чанджер. Про че вы? Да он, гос Чанджер, Дэнсей какой-то. Снимаю петушок, че это за хуйня. Это шапка советская. Зимой популярна была, носили. Замечательно. Ну, если на двоих тоже можно будет попробовать, кстати. Гост Гейзер вроде же на аркаде. Две части Райкири пишет. Гост Чейзер Дэнсей я бы тоже прошел. Понятно, чем. Снимать петушка, ну такое себе. Вот охуеть просто, вот что я мог сделать, серьезно. Качественно тебя поставили. Пиздец, блядь. Значит, рук свою поднимала. Ой, ты с мелким хуесосом, да? Блин, сразу три босса, сука. Тупо, я думал, ты наоборот туда бежишь. Ой. Блин, он еще живучий. Ой, боссы друг друга не пиздят. Ну что это, блядь? Он заебал на меня прыгать. Я нихуя не могу своей рукой это сделать. Держись, держись. Блядь, я сам. Эй, мой дады. Ну ты опять выебал меня где-то там, блядь, между этими пидорасами ебаными. Давай я его к себе заберу. Маленького пирата буду пиздить.
Тыщ. Раскидываем боссов по углам. Я против Конка как-то лучше, кстати. Меня нахуй выбежали, пидоры эти. Все, я Конка добил, сейчас тебе помогу. Давай кого-нибудь одного ко мне кидай. Хуя откинул я, блин. Все, я себе забираю еще одного. Тушки ебаные. Отлично, нормально. Это один из таких неприятных моментов в игре, кстати, по боссу. Отходи. Бля! Ну, сука! Ладно, нормально. Все, сваливает, отлично. Попробовал с утра алхимист на SNES, ничего так. Еще бы английский подвезли, а то в японский не могу. Ну, русский у нас никто в японский не может. Забирай, да, у тебя жизнь поменьше. Это не от алкачества Сереги бомбило когда-то. От алхимиста? Усполона бомбило от алхимиста? Да Усполона, по-моему, чуть ли не от любой игры может бомбить. Ой, прости, я хотел... Блин, а ты ебанул по мне. Да, ты мне помог, а я тебя за это ударил, да. Ну это условие совместного урона, ничего не поделаешь. Тут, правда, я тебя больше бью. Ко мне. Отлично. Кстати, пушечными ядрами врагов тоже взрывает. Вот, сейчас прям по голове попало. Так и должно быть. Вот это тоже проработано на самом деле. Им ничего не стоило взять и сделать, чтобы враги не попадали. Вот это охуенно, не проработано. И, конечно, у меня какой-то пидор захват взялся, блядь, еще в этот момент. Все, я его собью сейчас. Оп. Нахуй, страй. Собачка, собачатина, собакин. О! Кабан тут. Один готов. Поехавший. Смотрите, дождь какой качественный завезли на корабль. Смотрите, что происходит. Здесь помню, играл в одну игру, на SNES там от дождя так все лагало, я просто матерился там. Гриша в японском умеет. Тендрикэнк на веревке летает. Да хрен его знает, кто там летает. Только чин да, это... Да сука, меня откинуло прям на игру. Если что, Чин, я не играл в эту Зельду. У меня с Зельдами тоже туго, так что от меня помощи не жди. Ой, как я сейчас увернулся от пёси. Все. Нет, еще жив! Молодец, тоже грамотно вернулся. Червей стримите? Просто компанию или что ты будешь стримить? Плеер, привет. Скоро буду червя стримить. X7 плеер. Или через джим, наверное. Блин, я сразу про этот подумал. World of Armageddon. У нас скоро Чин будет Legend of Zelda стримить. Мы к нему, скорее всего, пойдем. Так, подвигаемся. Мир на Сегов снова посмотрел. Я бифштекс возьму. Жизька. О, твоя жизька была замечательная. Качественно тату-мэн появляется. Обожаю. Ну, лучше, все чем... качественные тату-мэн вот такие. Лучше, чем тату-мэн, появляется только Тол Пайрот. Вот этот высокий с мечом, который крутит. Нет, тату-мэн круче появляется. Этого хотя бы видно иногда, а этого вообще не видно, сразу вылетает с ногой. А там дождь уже закончится. Зельд это к Банановому, он мастер. Ну, может, зайдет на стрим. Он же сейчас в гостях у Леди находится. Может, подойдет. А, обломался, сука, высокий пират. Че, минус Татумен. Так, пока вроде не вышли, замечательно. Татумена больше нет. Ой, ну как, ну сверху. Ой, качественный вообще бросок был. Сверху же. Немного такие смещенные. Да заебал этот с длинным мечом. Удары по Фрейду мол какие-то. Новый вышел. Не пизженный еще. Да, Рюски, Джо опять в МСК приехал. Но он ненадолго, насколько я помню. Так, червячок, помогай нам. Нихера себе червячок. Она от меня убежала. Кайн проходил Бостон Гоблина. Кстати, а что он, за какую версию проходил Кайн там? На PSP он играл. Не, у Кулхарда, PSP. Ты видел? Кстати, Кайн проходил у Кулхарда на стриме. Как понять, Кайн проходил у Кулхарда на стриме? Что-то я не понял. Ну, Кулхард уже запускал стрим там, а он проходил. Илюх, что-то я не могу пока понять. Пока логику не могу понять.
Ну, Кухар запустил стрим какой-то ебанутый по марафону, судя по всему. Так, а при чем там тут все, видимо, кайф? Проходили по одной херне, и Женька тут тоже проходит. Мне интересно, какую проходил у меня версию. А, так ты в курсе этих событий? Нет, ну вот я по сообщению этому понял. А. Илюх, расскажи, если можешь написать. Да, ах ты, сучка, почему червь ее не трахнул в жопу? Что-то она ему конкретно не понравилась. Вообще. Может, дыру не нашел у нее там? Отпустил. Саня ДД спидранил на канале. Ну, одного сбил, другого не смог. Блядь! Ну, не того. Ну, они вроде как на одной линии были. Чего ты дохуя-то? Качественный уровень, пиздец качественный. Вот это тоже нахера добавить? О, с двух сторон толстячки меня прессанули, замечательно. На одного здесь весело, кстати, играть, я уже играл. Без турбо-кнопок играем, ребят, ничего такого на SNES не завезли. На каждую кнопку своя атака или действие. Дождик кончился, наконец-то, у меня уже в глазах зарябило. Сейчас огонь будет. Сейчас будет все огонь. Несовскую, которая с коньками. А, ну это, Ghost and Goblins несовская, да, там бесконечные коньки. О, замечательно попал. Какой-то старый стрим. Так, покажем чудеса акробатики. Вот этот огонь не дамажит, хотя мы поначалу боялись. А можно по нему ходить спокойно. Тыдыщ, замечательно, люблю такие моменты. Ну, сука! А, ну конечно, конечно, спасибо, спасибо. О, очко сразу же. Да ё-моё, тут хрен ещё вылез тут. Всё, ты с ним разбирайся, у меня тут панк. Ах ты тыщ. Я говорю, вообще редкое явление битэмап у нас в кооперативе. Хотя ещё реже, наверное, только скролл-шутеры. Как-то пока до них особо не добирались. Да мы вместе с ним смотрим, я чё пседованом у вас. Качество, кстати. Уже совсем немножко до конца игры остается. Берегись. Перед Дастом, да? Да иди, Сиклмен. Вот этих типов зовут Сиклмен. От цвета зависит, насколько они проворные будут, сколько хпшечки у них человек передаст. Новый какой-то супергерой. Это еще не все. О, червячочек. У меня черви пошли. Червячочки. Чего их туда добавляли? О, арбуз выпал. Бери быстрее. Ну, толмен какой. Ну, блядь. Пусть Джо с телефона заходит, у него как раз на диване развалился и скрипит там. Ненавижу толмена. Куда ты опять, сука, за экран ушел? Читер ёбаный. Давай толстого добьем пока. Ну, он сам сдохнет, дурач. Выскочил, сука, урод. Все, давай его мочить. Убивай просто. О! Здравствуйте, Татумен. Мы по вам соскучились. Но не виделись, сука. Ладно, ты с ним разбирайся, я на себя высокого возьму. Высокий пират, да, Гарри. Да, так они так и называются. Высокий, жирный. Кстати, Гарри, тут был и твой родственник по пиратской линии. И был лысый пират, кстати, да, так попустил, наверное. 250 часов в покемонах набегал, ни одного не нашел.
Ну, Рюски, могу только сказать, что тебе в лотереях, наверное, противопоказано участвовать с такой удачей. Не, Музончик такой, как бы, уши не рвет. Я не знаю, что Михач свалил на жмейке. Это мэн. Бесписной чувак, 10 ходок на зону имеет. Да, Сплит, у нас к концу стрима, как обычно, народ подходит. Хотя я не знаю... Да ёбаная баба, сука! В группе заранее время пишем. Просто под руки попалась, и меня из этого такой мэн отпиздил. Польщик, накали мне кучу дров. Готово. Вот, сука! Вот что это? Разве надо так делать в битэмапах? Нет, конечно. Говно полнейшее. Не, вообще в Streets of Rage, по-моему, тоже были враги, которые прям с экрана на тебя набегали. Блять, ну прям вот такой резкой хуйни я что-то не помню. Я, конечно, мало играл. Вот такого вообще не помню. Даже питерская третья секира этим не славится. Леди пошли. Ну, то есть там тоже выбегают гномы с пузом вот так вот. Ну чтобы как татумены вот эти, это жесть, конечно. Берегись. Пусть хотя бы по два врага выбегает. Сплит пишет, вор ебашит свои фразочки. Сплит, если чё, да это, вор не видит ютубовский чат, только твич. Так что, ребята... Так гарить буду, так чё, пиздану там. Пока нормально все. Пока да, уже концовочка игры скоро. Так вот, по два всего, чувака. Последний уровень, даже в каком-то плане, я бы сказал, частично легкий. А, появился именно с той стороны, где я стоял. Конечно. Ну а ты как хотел. Сиклмен, блядь. Транс, ты зачем Леди Пирата избил? Так, Андрюх, они сами лезут. Я не знаю, с какой целью, но я думаю, надо их бить. В любом случае. В любой непонятной... К тебе лезут бабы, то их надо бить. Да, в любой непонятной ситуации бей баб, которые к тебе подходят. Сейчас Леди, наверное, облегченно вздохнула, что я не поехал в Москву. Ёб твою мать. Эти жирные черные, они тоже такие жирные. Ебать нахуй, дайте мне мулаточку, уже пожирнее. Вот ты нахуй иди отсюда. О, толстый промахнулся. Ну что это за пёс, блядь? Нихуя он через полугра нас ногой прыгнул. А? Тебе жизнь дали. Блять. Только так и знал, что транс... Мою мулаточку заберет себе, пока я тут с тощей развлекаюсь. Да, я пока... Да. Опа. Оп. Я пока пропихну ему. Ну-ка, отойди от моей бабы. Меня убили из-за толстой бабы. Шок, сенсация, без смс. Я пойду. Малахову звонить. Малахову. Сплит, в группе можешь посмотреть нарезку от Транза, где он Sailor Moon бомбит. Если Сплит... О, финальный босс скоро. Выкидывай, да, Мантуса. А, по тактике, давай, вот. Не, ну зачем? Давай по тактике. Давай. Ну, я тоже хочу. Ну так нечестно. Ну, блядь, не знаю. Что происходит? Ну, ты же хочешь... Я тоже хочу шоколадку. Я тоже хочу драться. Бей копочку. Оп. Лично комбо 4 хит. Оп. Пропихну ему, это серьезная заява. Я тоже хочу драться. Ну что это такое? Я тоже хочу драться. Вон на жирного, смотри, пока кайфует жирного. О, Блот, привет. Попробуй ему воткнуть в очко там, не знаю. Смотрите, как... смотрите, что я с Блотом бежу. Блот, смотрите, по его улыбке, я думаю, ему понятно. Всем понятно, что происходит. Так, о, мадам, здравствуйте. Кому-то мадам, а кому-то татумен выходит. Татумен, да. Так, распинываем. Еще здесь, что мне нравится, можно врагов чуть ли не безнаказанно подхватить и хватать. У врагов нет приемов, которые тебя хватают, представляете? Вот в чем еще плюс игры. Плюс можно... Только мелкий тот пиздюк может хватать. Плюс на ускорении можно. Толстый не выбежал! Он не выбежал! Он тебя пощадил.
Точно, транспорт. А, Диман, ты опоздал, меня уже Илюха спрашивал. Твой поезд ушел. Да. Больше не буду повторяться, ищи в стриме теперь ответ. Злобно. Наконец-то, да, отомстил, да. Ой, дабл килл. Ну, ох ты, блин. О, качественно. У него как самонаводка у этого Татумена. Он просто хуярит на расстоянии прям. Торпеда запущена. Таков подлец, да. Ладно, Диман, я тебе расскажу, чтоб ты не мучился. Возможно, на следующей неделе. О, качество. Смотрите, финальный босс сидит, наблюдает, ему вообще пофиг. Держи. А хуй мне тут нужен? Бомжей каких-то кидаешь. Держите, говорю, добивай его. Ну давайте, финальный босс, иди сюда. О, пидор, блин. А, так он один. Че, я встану, подождите. Ни хрена он меня огрел. Давай по тактике, короче, мучим. Оп. Финального босса, кстати, в захват нельзя брать. Он сразу будет вываливаться из него. Я тебе бомжа кину, чтоб перезвонил. Блять. Как мистер Икс, да. О, Никита тоже здесь. Точно так же сидит, как Street of Rage. Далеко отошел. У меня такой ник был когда-то, Гаррет, кстати. Почти угадал. Да, блядь, ну давай без слива, хватит слива. Ну пусть он вылазит оттуда, заебал. Вот он сюда подойдет, подходи. Во. Город, надо добивать его. Бля, он тяжел. Да не, зря ты сейчас полез. Ну ладно, сейчас он на тебя будет агриться, потихоньку отходи. Иди сюда, смотри, какая попочка, сука. Ебать, ну надо добивать его. Заебал что-то. На меня будет агриться. Ты близко подошел. Заебал ты босс, бля. Вот, все, потихоньку отходи. Нет, далеко отошел, он побежит сейчас. Нет, никуда. Надо добивать, вор. Опять вор всю работу делает. Да не хотел я его в захват брать. Кидр. Смотрите, как медленно у него хп тает, а. Локация качественная, кстати. Все, отходи потихоньку, да. А, хотел, чтобы я его в захват взял. Че, добивай. Нет, еще жив. О! Ну и вот таким качественным ударом. Меня запинывают там! Ну все, ребят, короче. Вот такая вот игруха. Долгий битэмап такой, красочный, разнообразный. Может быть, по музыке не вывозил, как бы. Да он не вывозил только из-за врагов, которые из-за экрана прыгают. Ты почти 2 ляма очков, кстати, набрал. Да. Лоу, пиво, уничтожьте его. Спасибо, Димана. Спасибо, Гаррет. Спасибо. Куя, у тебя босс сразу 2 команды в раз выполнил, никого не заигнорировал на этот раз. А это не одинаковые команды, потому что. Спасибо, Сплит. Спасибо. Ну, я думаю, Егорин Дмитрий там не прочь поздравить. Там Андрюха тоже поздравил. Спасибо. Ну давайте почитаем, что в итоге, чем кончилось дело. Финальные заставочки. Нормально у нас, кстати, вор жизни осталось. Вот что значит, в ямы не сваливались. Первый наш качественный кооператив на СНЕСе. Так, Рен говорит, смотрите, темная вода отступает за блотом. Кисти, качество. Спасибо, да, ребят, кто еще поздравляет. Ну, игра затянутая, на самом деле. Жизнь не посливать, как нифиг делать. Придурки, говорит блот. Выглядит так, как будто вы просто выполнили за нас работу. Мы победители. Увидимся в поисках сокровищ. Подонок. Борис Моисеев в старости. Подонок, губы синие какие. Вот мразь. И все равно они. Ну, можешь скидывать, Илюх, можешь скинуть. Рен говорит, блот прав.
Сокровища потеряны. Все это было зря. Ни к чему не привело, типа. Рен и Стимпи шоу. Смотрите, какая анимация качественная. Они идут, не двигая ногами. Йос говорит, это неправда, Рен. С Блотом и его армией на нашем испытании все это время мы надеялись, что мы продвинемся так далеко, насколько сможем. Это ошибка Блота, что сокровища потеряны вновь. Тру концовки нет, Илюх, это концовка с намеком на продолжение, которая так и не вышла, но был порт на Мегадрайве. Но мы не можем просто сидеть, типа, говорит Рен, смотреть, как они уплывают. Тула говорит, Йос прав. Мы не можем сейчас преследовать Блота, чтобы забрать сокровища. Нам остается только ждать. Но ждать чего? Вперед. Ёб твою мать. Не дай даже бог, эту хуйня разговариваю. Не дай бог на паспорт вот такую вот фотку. Простите меня, вы думаете, мы сможем поесть сначала? Может, сначала поедим, а то я голоден, типа. Вот нахуй он залез со своим диалогом. И все такие, ха-ха, ха-ха-ха-ха. Вот это шутеечка, братан, от души. Вообще, надо поесть, да, перед тем, как садиться за серьезный кооп. Это нам вор на будущее совет, потому что битэмапов еще много предстоит. Старый. Не знаю, я только в туалет сходил перед коопом, все, качественно. Ну и все, пошли титры. Вдруг концовки нет в игре, ребят. За то, что они выбрали вилку. Да. Один удар, четыре дырки. Да, Сплит, на Мегадрайве совсем другая игра. Если все сложится, может быть, тоже на следующей неделе ее тоже застримлю. Там, к сожалению, нет режима на двух игроков. Да-да, другая игра там на Мегадрайве. Да, Максон, именно так. Тут ничего не отвлекало. А как же теннис, волейбол? Я имею в виду, Илюх, именно на Супер Нинтендо первый качественный кооператив наш. Мы на Супер Нинтендо редко что смотрели, брались. Это, по сути, только вторая игра после игры про Кунио Куна. Вторая игра на SNES. Да там хреново, что сохраняться нельзя в Миднахе. Блин, я не забыл, Чинджер написал какую игру. Надо будет посмотреть на записи. Сейчас, кстати, Чинджер через 3 минуты будет Зельду проходить, переходите туда. Мы на сегодня все, как хотели, прошли. На сложных условиях, без континью, еще и жизни понаоставались. Всем спасибо, кто смотрел эти пиратские приключения на разных локациях. Видите, даже в концовке они сами еще не знали. Даже они не знали, конец это или нет. Специально вопросительный знак поставили. Ну а через 2 минуты Чинджер на своих каналах запустит трансляцию. Возможно, кто-то из нас к нему в Дискорд подойдет. Продолжим общение. Может, будем смотреть с вами в чате. Ну а на сегодня все. Как хотели, прошли. Будем готовить дальше что-нибудь. Спасибо всем, кто смотрел. Пока.